Приветик. Мы готовим макарошки. Короче, макароны с яичкой. Короче, нам понадобится сковорода, так, какая, я буду большим, я всегда большим, но я, короче, буду большим пользоваться, мне так удобно. Так, как думаете вы? Вот, ой, как это кастрюля. Если вам две кастрюли покажу, должны выбрать, какую мне выбрать, короче. Ты что, все, всегда все падает. Как думаете, так крышечка? Вот такая кастрюля. Как кругленькая, либо какая-то квадратная. Я думаю, мне хотелось бы эту, я не знаю, похоже, с ней нельзя делать. Короче, это не для макаронов, я не разбираюсь, моя мама разбирает, она в маленькой. Короче, вот эту беру, гигантскую, маленькую, не хочу, просто не хочу. Вот наш макарон. Думаю, это макароны, это, кажется, какая-то специальная гранулированная соль для посудомойки. А я думаю, это вот похоже. Да, ну это точно. Ну да, это макарошки. Но я не с этим беру. А с другими макаронки. Что, блядь? Они закончились? Может быть, закончились. Ну еще же должна пачка быть. А, вот. Вот такие, короче, есть. Такие. На выбор. Либо вот такие. Так, телефон, блин, поставь. Да не падай, блин. Ну, короче, такие. Вот такие там маленькие. Не лень доставать, тогда я не буду их взять. Такие макаронки сделаем. Тоже мало будет. Это уже мало, надо побольше. Но была еще же пачка. Вчера я делала макароны, была пачка. Где мне зайти? А где я? Да, блин, наверное, тут точно. Тут я же не посмотрела. Что? Не может быть. Вау, какие такие хоть. Я буду вот такие, короче, делать. Здесь что нашла? Я такие макароны. Я нашла. Тут, короче, мало, но они мне не нравятся, такие круглые. Но, смотрите, какие красивые.